Відкрита трибуна. Чи слідкуєте ви за культурним життям міста? Относительно стараюсь, только по месту, когда я в городе. Чаще всего я за границей. Ну вот так как я в городе сейчас, то относительно хожу по фестивалям. Вот был очень интересный фестиваль «Артишок», фестиваль уличной еды и музыки. Очень классные ребята приезжали с Киева. И, честно, руководство нашего города постаралось, и было все на высшем уровне. Сейчас с терпением жду фестиваля «Тату». Участвую как модель. К сожалению, нет. Нет времени, работа, этим заниматься, некогда мне следить. Да, непременно, но это происходит довольно-таки редко. Приблизительно раз или два раза в году мы ходим с семьей в кино, в театр. Довольно-таки происходит это редко из-за того, что, в принципе, чтобы выбраться куда-то кому-то, нужен либо выходной, либо свободное время. А так как я человек спорта, мне его просто, может быть, не хватает. И только в периодах, когда у меня появляется свободный день, мы стараемся как-то выходить в люди и посещать какие-то мероприятия. Так, намагаюся, але тільки в інтернеті, так як через роботу немає достатньо вільного часу. Немає вільного часу достатньо, так як я працюю по 12-13 годин, і на роботі потрібно бути дуже уважним. І в основному я після роботи приходжу додому та лягаю спати. Ну, я іноді ходжу в кіно. В театр ходив, мені не подобалось. Дело в тому, що я працюю на вихідних, а всі культурні мероприятия проходять на вихідних, і от не виходить. Така проблема. А взагалі з удовольствием, да, слідив би. Да, слежу, хожу в кино, чаще всего на премьеры, в театры, на фесты. Просто культурно провожу в парках время. Відкрита трибуна.